Вот это я понимаю, Among Us в Майнкрафте. Ну шо, Among Us-еры, майнкрафтеры, погнали! Добро пожаловать в самый настоящий Among Us в Майнкрафте. Кто-то уже открывает и закрывает ноутбук. Мы на самом деле сейчас находимся в Майнкрафте. И это новый Among Us, где мы сегодня будем играть. Сегодня у нас будет всего лишь один предатель. Кто-то из этих космонавтов окажется предателем. А кто им окажется, покажет время. Карта в этом Among Us пока что только одна, самая стандартная. Я нажимаю на кнопочку, и мы начинаем. И кто же я, кто же я? Так, смотрите, как красиво, прикольненько. И я... я член экипажа, ладно. Вы посмотрите, как тут все красиво. Это просто жесть. Это не то, что на предыдущей карте. Здесь прям реально все круто. Подождите-ка. Я ничего не вижу. Ладно, мы идем чинить свет. Куда свет-то чинить идти? Я ничего не понимаю. Я ничего не вижу. Как карту-то открыть? Я себя ощущаю каким-то ежиком в тумане. Я не понимаю. О, электричество, подождите. Электричество? Это, по-моему, электричество. И где-то здесь. О, я чиню свет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И пум! Я починил свет! Где у меня вообще есть задание? У меня есть задание в верхнем... Не понял. Возле, в общем, получается, пушки лежит труп. Да, я пытался зарепортить, у меня не получалось. А возле пушки, в смысле, вооружейный где-то лежит труп? Да, вот там. Голубого убили, ага. Никто не чинил саботаж, я пошел чинить саботаж, пошел в электричестве починил саботаж, и после этого я пошел в верхний двигатель. Кто где был? Я была сзади тебя, Жень. Я стоял около трупа, пытался зарепортить. Получается, я, наверное, ну, получается, видимо, да. А белый? Я пробегал, мне... Времечко. Так, что-то подозрительное говорит у нас белый. Предлагаю голосовать белого. Как голосовать? Мы никого не кикнули. У нас задание в верхнем двигателе. Насколько я помню, верхний двигатель находится где-то в той стороне. И как его починить? Где тут задание? Это задание? Тихо, беленький. Меня не нужно убивать. А, вот задание. Я чиню двигатель. Ого. Все? Я починил? Я, по-моему, починил двигатель, но... Что? Я объясняю. В общем, я был предателем, но в чем прикол? Я сам себя убил каким-то образом. Что? Там есть кнопка фейковое задание. Я сфейковал задание. Мне было написано 10 секунд, подождите. Я 10 секунд подождал, ничего не произошло. У меня появилась кнопка kill, я на нее нажал. Ну что, погнали, нажимаем на кнопочку. И кто же я? Я член экипажа. Эх, ладно. Смотрите, какой я классненький такой. Иду. Так, у нас тут кто-то выполняет задание. Ну что-то очень как-то подозрительно. Он его выполняет. Хорошо, я... Так это мое задание, уйди. Ладно, я могу бы это пройти, в принципе. Ой, а что надо делать? Фикс его... Не понял. А, ну я типа провода восстанавливаю. Блин, какой крутяк. Так, я починил это задание. А где еще? Есть еще какое-то задание у меня? Так, смотрите, красный выполняет задание. Интересненько. Вентиляция тут у нас есть. Ладно, хорошо. Блин, как тут красиво. Это просто офигенно. Я сейчас куда-то иду. Это коммуникация, насколько я понимаю. Вот здесь вот, да, вот здесь кислород. И вот здесь вот нужно что-то прочистить. Ага, вот, чищу, труба чищу. Что нужно делать? Ага, я убираю листочки. Все, выбираю, я все убрал. Все, я все почистил. Евгений Трубочист на связи. Последнее задание у меня осталось, и это перезагрузить двигатель. Блин, какое крутое кресло. И прям реально там какой-то космос. Какой крутяк. О, тут есть камеры. Я хочу по камерам посмотреть. О, какой крутяк. У нас тут разные камеры всякие. Я никого не вижу по камерам. Там кто-то фиолетовый пробежал. Я вышел из камер, хорошо. Там ничего интересного мы не заметили. О, стульчик, я могу посидеть за стульчиком. Я буду сидеть на стульчике. Тут свет выключился. Мне что-то как-то страшно внезапно стало. Если тут канистра, значит где-то здесь должно быть электричество. Нашли труп. Не понял, а кто, где, я ничего не вижу. Кого убили-то в итоге? Фиолетового убили. Это призрак Шилтерса, если что стоит. Где? Это обряд экзамена. Где призрак? Тут призрак Шилтерса стоит. Так, мы скипнули голосование, но это не отменяет того, что я не знаю, куда идти, чтобы починить это странное электричество. О, да какой? Еще и кислород, да вы издеваетесь, какой нахрен кислород, если у нас выключен свет, они еще и кислород. Кислород саботировали. 8, 7, 3, 4, 6, 7. 8, 7, 3, 4, 6. Да господи, что творится-то?
Я чинил саботаж, значит, вписывал этот код, и произошел труп. Где труп нашли? Кто нашел? Я нашла труп, он был там, где свет включается. Юля, ты где была? Я была за ванной год-два, я прибежала, тыкала и не могла понять, как чинить вонючий саботаж. Хорошо, Сера, какое, Юля, ты последнее задание выполняла? Последнее задание выполняла в этой маленькой табличке, шерсть выкладывала в квадратики. Хорошо, мне кажется подозрительным вот этот вот это такое еще кажется подозрительным. Кто? Который черешня? Вот это. В смысле? Я же сказала то, что я задание делаю. Это пятый. Все. Ставлю лайк твоей профессиональной предательской работе. Ставлю лайк. Нормально, то, что... А черный там бегал, ничего не делал, а я еще и... Я не помню, даже так, ладно, что у нас саботаж был. Так, хорошо, тогда, короче, голосуем красным. Понятно. И чё ты там нам рассказывала, Юля? Что ты там рассказывала? Удачи нам! Я Шерла, как экстрасенс. Шерсть она там перекладывала. Ну да, рассказывай. Рассказывай. Ну, пожалуйста, хочу быть предателем. И за мной бежит бидон. Ой, реактор саботажница. Стоп, это куда? Это вот сюда нужно идти, да? Это нужно вот сюда идти. А что тыкать? Я не понимаю. Я не умею тыкать. Я не понимаю, как тыкать. Блин, на самом деле такой стресс за предателя играть. Это просто трындец. Так, ладно, хорошо. Мы выходим сейчас с камеры. И мы пойдем. Нам нужно кого-то кокнуть и прыгнуть после этого в вентиляцию. Вот какой мой план. Так мы с вами и поступим. Нужно выключить свет всем. Вот потом. О, подождите-ка. О, хорошо. Что я сделал? Так, я запрыгнул в вентиляцию. Все, я в вентиляции. Погодите. Я в вентиляции, все в порядке. Я нашел трюп, и рядом, значит, стоял у нас Сильвий. Я выполнял там задание в электричестве. Там возле меня Юля была. Она умерла как раз. Я стоял в электричестве, я тебе говорю, я выполнял задание вместе с Юлей, провода чинил. У меня все три задания были в электричестве. Я сразу пошел в электричество, потом я пошел через реактор, там случился саботаж, мы с его починили, я долго не понимал, как на кнопку тыкнуть. После этого я пошел в электричество, у меня было там три задания в электричестве. Я выполнял все три задания. Я не знаю, ребят, на вашем месте я бы кикнул, как бы... То есть, серьезно, вы меня кикнули, да? Вы меня реально кикнули? Женя, а что ты не запрыгнул? Да я запрыгнул, в том-то и дело, я запрыгнул, а он стоял там дальше, продолжал. Тупой дебил. Напал! Нормально, дальше играем. Бегаем. Ой. Скипаем. О нет! О нет! Посмотрите, он убил меня! Так, давайте обсудим, кто это. Ребята, я думаю, что убили меня те, кто не поставил лайк под это видео. Крысы поганые. Вот белые показывают правильно. Вот, да, и желтые. А я тоже показываю, но я умерла. Я призрак. Я тень. Я Shadow Priest. Если вам понравилось, мы сыграем еще раз на этой карте в Among Us, и мы уже не будем так сильно тупить. Я за себя точно буду ручаться, потому что я, конечно, офигенно отыграл за предателя. Сдохнул в первое же голосование. Всем пока!